Всем привет, мои хорошие, с вами Оля, и вы на моем канале. И сегодня я снимаю для вас видео, которое вы очень давно просили. И это видео будет про то, как я делала этот холодильник. Поэтому предлагаю не терять времени, быстренько поставить лайк за то, что я наконец-то собралась снять для вас это видео, и я буду начинать. Сегодня я специально снимаю это видео на фоне холодильника. Мне крайне неудобно переставлять с места на место камеру, но тем не менее, чтобы было понятно, о чем вообще я говорю. И для начала давайте я вам скажу, вообще стоит ли заказывать вот такой вот большой холодильник. Первый свой год я работала без него. У меня вот в том уголочке, за вот тем шкафчиком, который вы сейчас наблюдаете, стоял обычный холодильник, знаете, как в магазинах для пива. Они бывают разные. Они бывают на одну дверку, они бывают на две дверки. Вот у меня был на две двери такой холодильник. В нем можно полочки ставить на тот уровень, который вам удобно. И скажу вам честно, меня абсолютно он устраивал изначально. Потому что я понимала, что сделать такой холодильник мне понадобится достаточно немаленькая сумма денег. Очень многие пугаются вот этих холодильников, которые, как я говорю, для пива, да, потому что думают, что там мало цветов помещается. Вы знаете, 1-8 марта я проработала именно с таким холодильником. И самое, что удивительное, у меня столько туда цветов влезло, сколько влазит в этот холодильник. Проблем засунуть туда цветы не было. Была единственная проблема их оттуда достать. Когда у тебя много клиентов, и вазы друг друга перекрывали, и, конечно, приходилось просто целиком доставать вазы, потом обратно ставить. То есть очень много было такой, знаете, работы абсолютно глупой, да, физической. Достал, поставил, достал, поставил, вот такое. Тем не менее, эти холодильники замечательно держат температуру, хорошо работают, а еще у них большой плюс. Снизу идет вот этот вот вентилятор, и холодильник он-то охлаждает, но из него выходит горячий воздух, когда он работает. И у меня здесь было так тепло, так было комфортно, так было замечательно. Но после того, как я поставила этот холодильник, вся его теплота у меня выходит на улицу, и, соответственно, здесь у меня всегда холодно. Поэтому вы меня и можете часто наблюдать, особенно зимой, что я здесь чуть ли не в шубе хожу. Хотя есть батарея, но ее недостаточно. Теперь мы плавно перешли с вами к разговору про этот холодильник. Как же я его делала? Как я его делала, я никому не советую. Это мои ошибки, и о них я сейчас вам буду подробно рассказывать. Дело в том, что когда я решила, что мне все-таки нужен красивый холодильник, большой, удобный, куда я могу зайти, что-то там сделать и выйти, я начала изучать этот вопрос. Соответственно, сначала я прошлась по цветочным магазинам, в которых уже есть такие холодильники, но не знаю почему, какой-то это просто секрет государственной важности у нас в стране, потому что ни один цветочный мне не смог рассказать, как они этот холодильник сделали, и поделиться контактами. Все меня просто отправляли в интернет, ну, я туда и пошла. Так, я очень долго искала в интернете по поиску заказать холодильник для цветочного магазина. В Беларуси на то время, ну, считайте, 4 года назад, я ничего не нашла. Когда я начала переходить на сайты, которые просто занимаются продажей холодильного оборудования, звонила и говорила, что мне нужен для цветочного магазина холодильник, почему-то у меня было такое ощущение, как будто они думают, что я сошла с ума. Со мной говорили как с полоумной и объясняли мне, что вообще такого не делает никто. Возможно, сейчас ситуация изменилась. Если ситуация сейчас не изменилась, то, дорогие бизнесмены, мужчины, скорее всего, это все-таки мужчины подобным родом бизнеса будут заниматься, обратите внимание на то, что в Беларуси на данный момент свободна ниша вот таких холодильников по изготовлению и установке. И я считаю, что это замечательный бизнес, который сейчас здесь можно развивать, потому что действительно цветочных магазинов очень много открывается. Я поняла, что буду делать его самостоятельно. Я нашла обычную фирму, организацию, которая занимается производством пластиковых окон и дверей для балкона, например. Я им позвонила, они приехали на замеры, и мы договорились, что они мне поставят вот такие вот пластиковые окна. То есть это обычные стеклопакеты. Следующий был момент, это сделать
пол. Мы просто поехали с мужем в магазин, купили ламинат самый прочный, самый там из носостойкости его самое прочное, когда для офиса, знаете, такой, я не знаю, какой этот класс по номеру, но в любом строительном магазине вам подскажут. Мы подобрали ламинат, и за один вечер у меня муж уложил здесь пол. Следующее, что я хотела сделать, это зеркала. Я всем советую, если вы будете самостоятельно делать холодильник в своем цветочном магазине, обязательно установите зеркала, потому что ваш холодильник становится сразу же как бы шире, больше, цветы в нем отражаются, цветов становится очень визуально много, и очень красиво это смотрится. Ну и плюс зеркало — это вообще классная штука для флориста, потому что всегда надо посмотреть, как выглядит букет с разных сторон, и именно зеркало поможет вам его оценить. Поэтому следующим моим этапом было найти ту организацию, которая занимается изготовлением зеркал под заказ. И у меня осталось самое главное — это сделать сам холодильник. И вот с этим были проблемы. Когда я начала вызванивать и просить, чтобы мне сделали, вот уже поставили непосредственно систему, никто не мог понять, какую систему сюда надо ставить. Изначально я обратилась в фирмы, которые занимаются кондиционерами, но когда мы начали изучать этот вопрос вместе с ребятами, менеджерами этих организаций, получилось так, что они мне ничего установить не могут, потому что минимальная температура, которую держит кондиционер, был 16 градусов. Для цветов это очень жарко, то есть нам эта температура не подходит, нам нужна температура обычного домашнего холодильника, то есть вплоть до того, что от 3 градусов это уже нормально, и градусов где-то, ну, максимум до 10, это уже тепловато для наших цветочков. Тут появились знакомые знакомых знакомые, это самое страшное, что может быть. Вот если у вас появляются такие знакомые, знакомых, знакомые, просто отказывайте. Лучше все-таки дальше ищите. Потому что я намучилась. В общем, вот эти вот знакомые, знакомые, знакомых, которые по знакомству мне решили сделать холодильник, они мне приехали сюда, все посмотрели, сказали, что сначала я должна зашить потолок, сделать в нем дырку, а они уже в эту дырку всунут вот этот вот агрегат, который и называется холодильное оборудование, и выведут мне все трубочки по стенам на улицу. По технике безопасности нельзя, чтобы они оставались в магазине. Надо именно, чтобы туда уходило на улицу, и там должен быть еще вентилятор, который будет одновременно охлаждать весь тот жар, который будет выходить из холодильника. Надеюсь, я объясняю вам доступно, потому что я объясняю, знаете, как девочка. Приехали эти знакомые знакомых. Привезли мне оборудование, кстати, вот оно здесь и торчит. Вот видите, такое большое что-то такое страшное с решеткой, которое гремит все время работает, жужжит. Мне повезло, что это помещение, в котором я работаю, оно изначально было продумано как помещение под аренду, соответственно, здесь потолок сделан с звукоизоляцией, поэтому тем людям, которые надо мной живут, ничего не мешает. В другом случае, наверное, на меня бы уже написали большое количество жалоб. Все, они мне сделали вот эту вот штуку, сделали дырочки в стене, провели туда трубы и вывели там вентилятор, который все время работает. Кстати, вентилятор тоже выглядит вообще страшно, на самом деле, как и вот эта вот штука. И они мне пообещали, что они приедут и закроют экраном. Вот 4 года уже они мне везут этот экран. Еще вот от этого вот большого вентилятора, как вы видите, идет трубка. По этой трубке идет конденсат. И, соответственно, каждые 2 дня я выливаю ведерко с этим конденсатом, потому что он все время там капает. Почему я недовольна? Ну, во-первых, они взяли с меня очень-очень-очень много денег. Я в него вложила, ну, чтобы не соврать, наверное, более 2000 долларов. И это очень много. Не стоит столько такой холодильник. Почему я недовольна? Дело в том, что когда эти ребята приехали, они поняли, что я маленькая такая девочка, которая вообще не разбирается в этих холодильных установках. Они мне сообщили, что они все сделают супер, они все мне принесут новенькое, все принесут хорошенькое. По блату мне сделают хорошую цену. Они мне все сделали, прошел буквально месяц, у нас была тут сильнейшая гроза, и из-за грозы у меня все оборудование сломалось. А как вы знаете, сразу отвечу вам на вопрос, холодильник в цветочном магазине должен работать постоянно. Когда же такое произошло у меня? А у меня было очень много цветов в это время в холодильнике. Случилось ночью, утром я пришла и увидела, что у меня холодильник не работает.
цветы все, знаете, как в бане стоят, потому что стекла аж и зеркала аж запотели. Я сразу начала им звонить, у меня была паника, тревога, было лето, было очень жарко. И меня просто, мягко сказать, послали и сказали, что у них нету времени приезжать чинить, они вообще не понимают, что могло произойти, и что я вообще делала с этим холодильником. Я, девочка, вот что я могла с ним сделать. И я сразу же опять же села за компьютер, и я нашла ребят, которые занимаются ремонтом холодильного оборудования. Кстати, вот сразу к таким и надо было обращаться, потому что оказалось, что они не только ремонтируют холодильное оборудование, но они еще и ставят новое. И эти ребята приехали оперативно, они мне все починили. У меня, оказалось, перегорела там какая-то деталь из-за грозы, такое бывает, они мне это все обосновали. Плюс, что они мне еще сказали, что у меня мой холодильник, вот я имею в виду вот это оборудование, которое мне поставили, там не было ни одной новой детали. Все детали были бэушные из разных элементов разных холодильников. То есть они просто собрали, как мне объяснили, весь мусор, который у них был, и из этого мусора вот собрали мне холодильник. Поэтому неудивительно, что через месяц он у меня сгорел. Эти ребята мне поменяли часть деталей, они мне поменяли компрессор, они мне все сделали замечательно. С тех пор у меня ни разу не ломался холодильник, я очень довольна. Но при этом мы с ними договорились, что если у меня что-то все-таки с холодильником произойдет, то тогда я им позвоню, и они мне подберут хорошую сплит-систему, которая будет держать необходимую мне температуру, и установят вместо вот этого вот агрегата. Какую температуру он поддерживает? Изначально была здесь температура установлена от 3 до, ну, где-то до 7 максимум он поднимался. Средняя температура 5 градусов была. Это было идеально, на самом деле. Цветы замечательно стояли, очень долго, очень хорошо. Из-за того, что была сильная нагрузка на вот сами детали, да, вот этого вот холодильной вот этой установки, я не знаю, как правильно тут это объяснить, это вот ребята мне уже по ремонту объясняли. Для вот этого оборудования, которое было установлено, очень тяжелая температура, надо чуть-чуть повысить. Таким образом, мы рискнули и повысили температуру от 5 градусов до 8. Но в будущем все-таки я планирую поменять вот эту жуткую коробку на красивую, аккуратненькую сплит-систему. Вот, я надеюсь, я вам рассказала про свой холодильник. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите мне их в комментариях. Вы меня смотрите из разных стран. Я уверена, что в Москве, например, в Петербурге, там в Киеве должны быть такие организации, которые занимаются вот изготовлением полностью с нуля вот таких холодильников для цветочных. Температуру я вам назвала, как я его делала, какие ошибки совершила, я тоже вам сказала, как я работала с обычным холодильником. Почему я советую начинать с обычным холодильником? Если, конечно, вы уже точно в цветочном бизнесе, вы уверены в этом, конечно, вы можете сразу открывать свой магазин, там, салон, вы хотите, чтобы он был красивый, а не с этим жутким пивным, да, холодильником. Хотя и их можно сейчас найти очень красивые, поверьте мне, они есть. Ну вот, ну, конечно же, тогда да, вы находите там возможности, денежку и делаете холодильник такой. Вы мечтаете о цветочном магазине, вы открываетесь, но вы еще в этом не работали, вы еще не понимаете, пойдет у вас или нет, то я не советую сразу вкладываться в такой холодильник. Купите обычный вот этот вот пивной, опять же, вы его всегда сможете продать. Он замечательно продается. Я выставила объявление, у меня за час его забрали. Поэтому вообще проблем нету его потом продать. Вот этот холодильник я уже не продам, потому что он у меня к стене прикручен. И это только если со стенкой его выламывать. А если вы вдруг поймете, что это не ваш бизнес, или вы, пусть даже остаетесь в этом помещении, но понимаете, что вы не хотите работать с цветком, например, а с чем-то другим, ну, представьте, просто жалко-жалко тех средств, которые вы вложите. Вот такие советы я вам решила озвучить. И жду я ваши комментарии, все ли было понятно, все ли было доступно, и что еще вы хотите узнать. А перед тем, как попрощаться, давайте я вам немножечко поближе покажу, где у меня какие трубки и куда что выходит. А, кстати, не сказала про свет. Свет мы сами устанавливали. Вот потолок у нас. Здесь листы гипсокартона. И мы установили такие лампочки. Лампочки, берите светодиодные, которые не нагреваются. Это очень важно. В холодильнике лампы не должны нагреваться. Забыла это вам сказать. Сам этот вентилятор, который такой страшный, жуткий. Вон вот эта вот труба,
которая, смотрите, уходит туда в уголок, и там в уголочке стоит у меня ведерко. Вот здесь выведен пункт управления. Сейчас, видите, температура у меня 7 градусов. Он работает, он начинает сейчас охлаждаться. Сверху вот там все подключения. Видите, большое количество всяких трубочек, проводочков. И вот две трубы, которые вот так по стеночке у меня идут. Вот они идут, идут, идут. Видите, такие страшные, жуткие медные вот эти провода. И вот она дырочка в стене, которая выходит на улицу. Ну, очень плохо видно, но тем не менее, вот этот жуткий агрегат, который стоит на улице, который без конца крутит, там крутится вентилятор и идет охлаждение. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать. Спасибо, что меня смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами была Оля, и вы были на моем канале. Я вас всех очень люблю. Пока-пока, до новых встреч.